Общественная палата Чувашской республики подвела итоги первого конкурса среди журналистов на лучшее освещение проблем формирования и развития гражданского общества. Работы наших коллег оценивались по нескольким номинациям. Гражданская инициатива «Измени жизнь к лучшему», «Общественник – это призвание», «Благотворители». Среди нас много неравнодушных и инициативных людей. Кто-то создает питомник кедров, кто-то занимается благотворительностью, кто-то дарит подарки в музее. Это бескорыстная деятельность. Люди работают не по профессиональной обязанности, а за идею. И они нуждаются в поддержке, публичной оценке. Конечно, в таких условиях важны отношения журналистов. В каждой номинации определялись лучшие. Печатная публикация, телевизионная и радиоработа и интернет-публикация. Всего на конкурс поступило около 30 заявок. В номинации «Гражданская инициатива» победил репортаж Галины Титарчук, шеф-редактора национального телевидения. О посадке чебоксарцам Валерием Петровым «Кедровой рощи». В номинации «Измени жизнь к лучшему» за цикл передач по существу первое место заняла Татьяна Молокова. Лучшей работой радиожурналиста был признан цикл передач о благотворительном фонде «Это чудо», который создала редактор «Таван радио» Анжелика Иванова. Теперь главное, чтобы эти инициативы продолжались, а у благих начинаний были последователи.